Доброе утро. Наступило 4 утра, и мы выдвигаемся сегодня на рыбалку. Наконец-таки мы идем выгонять нашу росомаху в тайгу, на болото. Заправка нашего танка, бак на 500 литров, шутка, всего полтинник. Привязали, поставили, установили. Наконец-таки мы выбрались на рыбалочку и мы едем на рыбалку. А за нами квадрик в зеркале. Догоняет. А кто у него фару не выключил? Отображение. Вот. Мы едем кататься и на рыбалку тоже. Тетя голосует. Или дядя. Ты куда, дядя? На квадрик только. Ну что, вот мы приехали в тайгу. Сейчас мы сгоняем наш квадрик. Смелее, потихонечку. Отлично, Михалыч. Погнали на рыбалку. Удачи! Первая няшка и первая ямка проехала. Отлично. Едем дальше. Evolution. This is the future. Evolution. Там придерживай маленько, чтобы меня, ага, сильно-то не трепыхало. Не, просто не сядь, сядь. Жал. Так, да? Еще раз нажми заново. Что ты тут наговорил? Не красный жми, а черный жми. Ну что, нас ждет такая еще одна небольшая колея. Решили поснимать ее сверху. Так, мы ее проезжаем. Вот так вот еще одна нас ждет. И потихонечку. Смотри, какой подъем. Это ж вот сюда кто-то заезжал. Урал? Рот меньше открывай. Глазами. Там, по-моему, уже впереди. А вот вон озеро. Вон видно. Подъезжаем. Что, мы подъехали. А, проехали много чего. Давай. Ой, тормоз нажми. Тормоз, тормоз, тормоз. Садись за руль. Не, садись. Нет, ты вставай позади меня, и ты все снимешь. Сейчас. Поехали. Видео сверху. Держи меня, Анют. Ты за меня тоже держись. Держусь.
такая вот у нас лужа. О, плывем. Бревно. А мы здесь на УАЗике ехали. Обалдеть. Что творится? Аня, держи меня. О, еще тут бревна. Ай, трэш. Полный трэш. Вау. Вот же им рыбы надо, гада. Вообще, куда лезут? Куда лезут? Да, тут бревна могут быть, Серега. Ай. Вау, класс. Давай, нормально, нормально. Вообще ништяк. И это все мы едем по болоту. Ну, точнее, дорога залита. Во. Как нас квадрик кайфовенько провез. Ну что, отлично. Отлично. Мы ее проехали. Поехали дальше. Ну что, мы подъехали к какому-то мостику. Такой вот мостик, тут лист железа кто-то притащил. Вот Серега сел за руль, а я хочу поснимать. Красивенько. Давай, перебирайся. Вот, проехали уже прилично. Вот, были и большие лужи, и глубокие, и по болоту даже уже проехались. Вот, сейчас вот хотим, чтобы... Вот. Чик. Отлично. Отлично. Молодцы. Пока. В общем, остановились. Проехали уже прилично. А впереди нас вот здесь вот такое еще со времен Советского Союза. Вот такой вот когда-то тут был переправомост. Конечно, если постараться, проехать можно. Вот, только нам не сюда. Мы не в эту сторону. Тут все завалено. Интересно, конечно. Вот так вот все прикольно. Река течет. Вот, а мы где-то промахнулись. Сейчас будем... Уже в одни завалезни заехали. Сейчас будем разворачиваться, искать выход к реке. Поехали. Ну что, мы доехали до реки. Слава Богу. Через какие буераки мы ехали, через какие валежники, ветки. Ой, класс. Ну, зато все хорошо. Вот. Ага. Трава, трын, трава, дрын, дрова. Ну вот, сейчас мы будем щучек ловить. Надеемся, они тут есть. Даже кто-то там сети ставил. Ладно. Пошли. Ехали в тайгу на рыбалочку. Первая поездка. Могу сказать, что немножко серьезная. Росомаха вообще как по асфальту везде прошлась. Просто. Там такие буераки. Приехали к озеру. Природа, конечно, здесь классная, но здесь не хватает столика с лавочкой. И шезлонга. Ляпота! Красотища! Легкий ветерок такой. Приятный. Ну, какой он маленький. На воробушка похож. Я думаю, это пеночка маленькая. Не пугайся. Не бойся, не бойся, не бойся. Ой, 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 сейчас такое, сейчас. Сидим, рыбачим. Потихонечку. Поклевывать. Иду я такой по лесу. Юба. Ничего себе танк. Стоит посреди глуши какой-то. Как он сюда проехал?
Как он сюда заехал? По болоту. Ух ты! Класс! Здоровый-то какой! Господи! Прям сам со мной ростом. Нитка рыбачит. Ну чё, клюёт, Ань? Опять наловил что-то. Вот. Ну и сейчас попробуем съехать сюда в воду. Переехать на ту сторону. И также выехать. Экспериментальный заезд в воду. Давайте утопим вездеход. Так, тут еще браконьер один пришел, да? Вот, вот довольный. Да, теперь снимай там. Нет, там. Ну я сейчас тоже пойду к себе. Ну видишь, он цепанул чуть-чуть и пошел. Мы наловились, поймали 5 щучек, немного окуньков. Сейчас собираемся и трогаем домой. Вот. 1,5 часа лета, и мы возле машины аккуратно. Поставили самоуправляющий руль. Вот он сам рулит, видите? Дистанционка, да, он территорию знает. И вот едем по... Да, он навигатором проложили дорогу, он сам едет, сам рулюет. Класс, такая погодка у нас. Солнышко наконец-то вылезло. Приятно. Больные, отбитые напрочь, едут хрен знает куда. Ни тебе дороги, одни направления. Лишь бы ехать. Болотинка, болотинка. Как по асфальту идет по болотинке. Так, ну что,
Руль мы доверили Анушке. И вот она сейчас едет по вот этому болоту. Потихонечку в натяжечку. Не торопись. Потихонечку. Потому что тут бревен полно. Вот, отлично. Вот. Потихонечку тут бревна. О, отлично идет. Я вот. Вот. Все, замечательно. Пошла как будто как по асфальту. Очень нравится там. Росомаха Экстрим Плюс рулит. Квадро болотоход. Ну что, пошел я их догонять.